Доброе утро, друзья! 10 апреля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день движения сопротивления, День братьев и сестер, День строителя в Азербайджане, День памяти преподобного Илариона в календаре православных праздников. Иларион, выверни оглобли в народном календаре. Знаменательное событие. В 1710 году в Англии вступил в силу закон об авторском праве. В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание. В 1925 году город Царицын переименован в Сталинград, ныне Волгоград. В 2010 году катастрофа Ту-154 в Смоленске. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский и другие видные деятели государства. Родились в этот день. В 1847 году Джозеф Пулитцер, американский издатель и журналист, учредитель премии для американских журналистов. В 1937 году родилась Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчица. В 1952 году Григорий Явлинский, советский и российский политический деятель, доктор экономических наук. Потому что без этого нормального, перспективного будущего у России просто нет. В 1952 году родился Стивен Сигал, американский и российский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо. Так, садитесь-ка в машину Ойрина вместе с его дружками и убирайтесь. Я не признаю ваших полномочий. В 1964 году Азиза Мухамедова, советская, узбекская и российская эстрадная певица. Это был первый брак, такой серьезный и такая первая настоящая любовь в моей жизни. В 1979 году родилась Елена Подкаминская, российская актриса. Я еду домой и чувствую, что меня там ждут, что по мне скучали. В 1992 году Дейзи Ридли, английская актриса. Но самая странная вещь – это леденец. Это очень странно. Не хочу я быть у кого-то во рту. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 8 часов 14 минут по московскому времени активный день. Один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. Этот день подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. После 8 часов 14 минут – день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Не ждите неожиданных событий. Прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. День хорош и для поимки преступников. Вот такой он 10 апреля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!